Решил начать новую игру, чтоб уже сначала записать Assassin's Creed Одиссею. Все готово, мой царь. Скажи, Дианек, ты ходил с сыном на рыбалку? Нет, мой царь. Мне довелось познать только жизнь солдата. Я бы хотел порыбачить с сыном. Но-но. Пора встретить свою судьбу. Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали, вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши! Приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Итак, приступим к балету. Начинаются танцы со спартанцами. Балетная паска пьем. Лишенные всякой логики, закона физики. Ну, сами увидите. Тоже четкий чувак такой, как мне. Да нафиг. То есть это не щит, нафиг щит нужен. Пусть летит. Настоящие толкинисты не пользуются щитом. Ну, давайте, нам управление. А, балет. Ты в танцах, царь Леонид, ты в танцах. Балет этот, конечно. Безжалостный, бессердечный балет. Леонид Лиепа. Сражается Леонид Лиепа. Леонид Волочкова. Делай красиво ножкой, да, молодец. Так собачки метят столбы.
красиво мы делаем ножкой. Делай ножкой, царь Леонид. А вы, персы, так не умеете танцевать. Вы некрасиво танцуете. Надо вот ножку. Ножку? Я не ножку. Ну, своего-то зачем тыкать? Своего-то зачем? Тянем ножку. Там какая-то особая цель. Эй, уйди от меня, паршивая собака. Да, да, босса, босса, бой с боссом. Dance Battle. Спарта против персов. Старая школа против азиатской школы. Гандам стайл. Ничтожество! Умри во славу Ксеркса! Ксеркс отправил овец на бойню. Ну же, Ксеркс! Я принесу Ксерксу твою голову, спартанец! Ходим, ходим. Попробуй! Твой рот прервется сегодня, спартанец! Я напьюсь твоей крови, а птицы выклюют тебе глаза! Попробуй. Потому что пока это Спарта! Ксеркс, царь царей! После боя все склонятся перед ним! Только давай, не танцующий спартанец! Ты умрешь! Даже мой сын дерется лучше тебя! А все спартанцы танцуют еще лучше! Мы спартанцы! Ты в танцах, царь Лени, ты в танцах. Финал шоу «Спартанцы в танцах». Нас предали, мой царь.
Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Это слово забудут, когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица. Возьми в рот. Да. Это был день, который персы не смогут забыть. А завтра будет день, который запомнит всех живущих. Да, день Криспианов. Вспоминая Шекспира. Наконец. Наконец. Ух ты! Надо же, Лейла. Думаешь, что самое копье? Ну, конечно. Книга лежала буквально на нем. Впервые в жизни мне так повезло. Книга джунглей лежала прямо Ладно. На нем. Запускай. А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла... Запускай, Виктория. Как скажешь, босс. Давай, Витюша, Сейчас запускай. Включу. Запускай, Лёлечку. Обрати внимание, с прошлого раза кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Если не боишься, я включу максимальную сенсорную синхронизацию. Давай не будем торопиться. Ясно, но если захочешь острых ощущений, я в любой момент могу изменить настройки. Тут показано, сколько информации ты получаешь, находясь в анимусе. Режим исследователя. Исследовать мир. Разыскать местоположение цели, отыскать места заданий. Герой. Отметки всегда отображаются. Ну, в общем, это герой. Нах надо. Не стоит за меня волноваться. Я разберусь. Да-да, Лёлечка. Мы за тебя не волнуемся. Ну, мне так кажется. Дай знать, если понадобится помощь. Подсказки всегда можно включить. Послушай, Лейла, пока ты еще здесь. Если автор книги прав, то это копье может изменить все. Источник этой информации весьма ненадежен. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер. Он был первым в мире историком. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права, да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой. Да, насчет этого историка. Он был знаком со скифами. А у скифов чей папа Папай и мамаша Табити. А ихняя сестренка Мария Хуанита. Ну, ладно, хотел я за девочку побегать. Буду дальше за мальчика. Или все-таки за девочку. Давайте за девочку. За мальчика я уже... попроходился. А за девочку непонятно, будет то же самое начало или же будет другое начало. То есть мне как раз и интересно, когда за мальчика проходишь, то девочка злая. Злюка, злюка, подлюка. Да, давайте за Кассиандрой. Порядок, босс. Мы готовы отправляться. 431 год до нашей эры. Начало Пелопоннесской войны. Удачи. Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках. В этот раз мы одолеем Абстерго. Если Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт, ассасины смогут возродиться вновь. Ты справишься. И еще, Виктория, прочитай книгу. Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже. Да, капитан. Ассасины, они же гашишиды. Специальная секта.
один богатый мусульманин ловил хороших воинов, опаивали их зельем, потом держали на анаше, бот, а после выбрасывали в сточную канаву. Ну и потом обещали, если он будет убивать всех иноверцев, то ему дадут возможность попасть гурьям в рай. И после каждого задания его опять обкуривали, ну и устраивали ему блудбазу. Вот и вся история ассасинов Гашишидов. Ну реально. Ладно, насладимся красотой. Красота неимоверная, игрушка вообще по красотам. Да, начало другое, по крайней мере вот. Птичка так не вышивала, когда я за мальчика, там сразу началось действие. Эй, Скилла, слезай. Циклоп шлет тебе весточку. Ну а дальше все поехало по-старому. Передай, пусть засунет ее, козел. За ту неделю! Малака! Махач! Циклоп сказал, ты беспощадна. Так нападай! Только подойди чуть ближе. Пора бы знать. Циклоп всегда получает свое. А, ты если циклопу так не имется, пусть приходит сам. Не надо злить циклоп. Зато каждую неделю такое. Да, разницы в начале практически нет. Я так больше не могу. Спасибо за помощь. Ля-ля-ля. Что с тобой стряслось? Ничего, все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как тебе, Кассандра? Может, попросишь его? Ну да, конечно. Феба! Мы об этом говорили. Знаю, знаю. Он просто орел. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. А, чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Что? Виноградник? Малака. Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. И давно у него виноградник? Со вчера, кажется.
Так Маркос должен мне, но скупает виноградники? На чьи деньги? Не знаю. И где мне искать его новое дивное поместье? Знаешь статую Зевса на горе Энос? К югу от нее. Ну, думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Я скажу ему, что ты придешь. Вообще, Кассандра покрупнее будет Алексиса. Больно. Вот. Решение. Не стоило вам сюда приходить. Ну, это так. Надо подняться наверх. Ну, ничего не выпало. С мальчиков. Ну, в общем, да, сейвится.